Добрый день. Сегодня мы делаем распаковку и обзор ножа MacWalker 7098, который пришел мне сегодня. Забрал его с почты. Такая вот маленькая коробочка. Сейчас мы посмотрим, что там внутри. Запаяна она очень сильно. Очень сложно будет ее правильно открыть. Даже не знаю, с какой стороны подступиться. Придется, наверное, резать как получится. Так. Конечно, запаковали очень и очень серьезно ее. Жаль, конечно, что приходится столько времени тратить на распаковку. Но монтировать видео тоже потом нет никакого желания. Поэтому придется все записать в едином. Единым видеофайлом. Так. Угу. Довольно интересно. Извиняюсь, что вышел из кадра. Так. Ну да, запаяли. Ого-го. Наверное, первая моя такая посылка, которая вот настолько сильно заклеена. Так, а ну вот, кстати. Вот. Так, значит, вот она у нас так вот открылась. Наверное, прямо отсюда и начнем. Очень удачно получилось. Так. Вот он. Наш ножичек. Ну, конечно, такое ощущение, что его прям это не нож, а какая-то дорогая микросхема, которая стоит около 10 тысяч, чтобы его не разбить. Так. Сейчас немножко выйду из кадра. Слышны, конечно, такие звуки. Варварские, наверное, да? Но иначе как по-варварски, тут очень долго разбираться. Все, осталось чуть-чуть. Наверное, уже придется другим ножом подрезать. Он еще в пакетике. Вот такой вот ножик. Так. Вот так вот он выглядит. Очень маленький вообще на самом деле. Очень маленький. Давайте я для сравнения вам попробую сейчас достать Victorinox. Чтобы вы могли иметь представление о том, каковы его размеры. То есть, вот видите, Victorinox, он даже, ну, такой вот одинаковый, в общем, примерно по длине, ширине, ну и по толщине. Видите, как? Давайте Victorinox пусть будет здесь. Так вот. Вот, мы приступим к обзору. Ну, как вы видите, лезвие клипса Stonewash, то есть обработка камнем. В принципе, основные моменты вы уже видели. Пружина тоже Stonewash. Да тут по-моему, все Stonewash. Кроме, да даже, наверное, без исключения. Просто вот реально какой-то Victorinox дорогой. Да, он выглядит, просто вот у него все обработано. Даже вот внутри, посмотрите, я не знаю, опять не хочет фокусироваться камера. Но он весь, он просто вот весь. Так, ну, давайте посмотрим, как он открывается.
Мягко, хорошо. Так, вот такой у него клиночек, значит, весь полированный. Вот, видно, наверное, надписи на нем, да? Так, сейчас, наверное, надо будет как-то камере дать сфокусироваться. Так, ну что я могу сказать? Вот если его вот так вот захватить, видите, какая здесь выемка, он довольно-таки получается, даже не то, что довольно-таки, он очень удобный. Он прям в руке сидит как влитой. Может, чуть маловат, но это не особенно. То есть при малых размерах. И вот это вот под большой палец очень удобно. То есть она не режет ничем, она каменная обработка, она дает закругленные края, очень здорово на самом деле. Удобный ножик. Так, теперь люфт. Люфта вообще нет абсолютно. Пружина тоже Stonewash обработанная. Центровка. Ну, на... Так, на... Не знаю. На треть миллиметра она смещена. То есть клинок чуть-чуть не по центру. Совсем самую малость. Но, тем не менее, не касается... Не касается краев. Так, интересно, а есть ли у него подшипник? Ну, вы знаете, кто имеет дело с ножами. Сейчас посмотрим. Да, подшипник есть. То есть, видите, он фиксируется в закрытом положении. И вот вытягиваешь чуть-чуть, он, хоп, он прям туда-обратно сам заходит. Подшипник есть. Очень-очень удобно, хорошо. Так, посмотрим, какие еще инструменты есть. Пила. Пила, да, обработка Stonewash, но потом сама пила уже идет, соответственно, наточена. Ну, по ощущениям, довольно остро. Тоже фиксируется она. А, кстати, я сейчас вижу, и у пилы, и у ножа латунные шайбы. Да. Даже какой-то как подобие подшипника, что ли, с одной стороны, не пойму. Сейчас попробую приглядеться. Нет, это латунные шайбы. То есть у них везде латунные шайбы. Кстати, пила более-менее по центру. Так, липса. Очень прочная. Оттягивается с большим трудом. Пробуем, значит, еще отверточку. Отвертка, конечно, не фиксируется, но у нее есть пружина. То есть она назад не просто так идет. Отвертка с открывалкой, подноготник сзади. Так, то же самое, такой, фиксация пружины идет, отверточка с открывалкой, крюком, удобно, здорово, хорошо. Ну, что можно сказать, размеры, очень хорошие размеры, он, в общем-то, как Викторинокс примерно, как видите, да, а вот, наконец-то, фокус поймал камера. И уже убралась, да? Вот видите, он сфокусировалась. Ну давай, лови. Так. Первый взгляд. Первый вывод. Ножик маленький, легкий по весу, вот, но по ощущениям, на весы хорошо положить. По ощущениям, тяжелее Викторинокса двухрядника. Это у нас вроде Спартан. Тяжелее чуть-чуть, но оно и понятно. Тут пружины одни очень такие тяжелые. Зато компактный. В руке сидит очень удобно. Стеклобой, наверное, излишний, конечно, тут был бы. Но не знаю. Есть идея сделать из него просто однорядник. То есть убрать ряд с пилой. Полностью. Не знаю, как, правда, с пружиной быть в этом случае. Надо будет думать. Ну, в общем-то, ножик хороший, приятный. Так.
На сим разрешите попрощаться. Удачи!